Добрый день, я хотел бы вам рассказать вот сегодня о таком цифровом индикаторе напряжения бортовой сети для автомобилей. Данный цифровой идентификатор очень легко устанавливается. Он себя представляет такое микропроцессорное устройство. Двумя проводами. Черный минус, красный плюс. Подключение происходит путем врезки проводку. Даже есть специально, чтобы избежать связок, вот такие зажимы. То есть тут вставляется два провода и зажимается непосредственно. Провода перерезаются и фиксируются. Часто бывает, что люди не дожимают, когда неправильно работает. Просто нужно дожать еще раз, и все, и будет работать. Вместе с комплектом индикатора идет такая вот инструкция. Производство и доставка из города Тольятти. Просто подключается красный плюс 12, черный масса. Гарантия 2 года. Индикатор устанавливается вместо заглушки панели и приборов, либо можно непосредственно дополнительно сделать. Зачем, так сказать, нужен этот индикатор? Производитель, то есть, описывает, что индикатор служит для отображения напряжения бортовой сети в цифровом виде. Индикатор может применяться в любых автомобилях с напряжением бортовой сети 12 вольт. Корпус индикатора предназначен для установки на место заглушки в автомобилях Volkswagen полосе DAN. Но он может установиться в любых автомобилях вне зависимости от марки производителя. Главное условие, чтобы там было бортовое напряжение было 12 вольт, а не 24. То может испортиться. То есть, видите, он идет, питание у нее идет от 5 до 16,5 вольт идет. Поставляется оно вот так вот. Для чего можно еще использовать непосредственно данный индикатор? Во-первых, при запуске автомобиля у вас генератор должен выдавать определенное напряжение, что значит о том, что все у вас исправно работает. И если у вас низкое напряжение, как иногда бывает, что для включения некоторых приборов должно быть 13, больше, чем 13,4 вольта, то сразу будет вам понятно и ясно, что произошла какая-то проблема, и нужно искать либо щетки генератора проблема, либо проблема с генератором, либо проблема с аккумулятором. И если проблема не решается после диагностики этих, то уже у вас проблема с проводкой и с реле. Что непосредственно тоже следует искать, и это первый признак, как можно заметить непосредственно, что у вас проблемы. Доставка происходит из города Тольятти, заказать можно по электронной почте market@ispecialdata.ru или по телефону 84-82-75-92-85, либо с сайта market.ispecialdata.ru или с сайта zap163.ru. Благодарю вас за внимание, до свидания.